Заложница жива, злодей задержан. В Петропавловске успешно завершилась операция по спасению жительницы краевой столицы. Девушка покинула злополучную квартиру через балкон. Она спустилась по лестнице с третьего этажа. Этот момент попал на видео. На кадрах видно, как человек спускается по лестнице, а параллельно по второй силовики поднимаются в квартиру. Начался штурм. Судя по кадрам, девушка ранений никаких не получила и цела. Злоумышленник задержан. Его вывели из подъезда в наручниках и погрузили в машину. Напомним, драма с захватом заложницы развернулась в краевой столице утром 22 марта. Силовики оцепили дома 12 и 12-1 на Кранотской и никого не пропускали. Девушку в заложнице, по данным телеграм-канала «База», взял ранее судимый участник СВО. Мужчине 32 года, около двух недель назад он вернулся из зоны проведения спецоперации. Известно, что его зовут Никита, и он ранее был судим по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Кем именно приходится заложница Никите, неизвестно. Причина его поступка также пока не ясна.